Всем привет! Сегодня поговорим о Торнеце. Это необычная аквариумная рыбка, которая хорошо подходит для начинающих аквариумистов, так как она вынослива, нетребовательна в содержании и очень просто разводится. Очень активная и подвижная рыбка, которая очень красиво смотрится в аквариуме. Однако она может дергать за плавники других рыбок, поэтому ее не стоит содержать с малоподвижными рыбками с вуалевыми формами, либо удлиненными плавниками. Еще этих рыбок ласково называют рыбка в юбочке из-за ее анального плавника. Это стайная рыбка, которую лучше содержать в группе от 7 особей и более. Для содержания подходят аквариумы с густой растительностью, но при этом и свободным местом для плавания. Кроме классического варианта, есть еще торнеце с вуалевыми формами, альбиносы и модные сейчас карамельки, или как еще их называют, глофиш или просто гло. В природе они обитают в Южной Америке в реке Парагвай, где населяют верхние слои воды и питаются упавшими на воду насекомыми и их личинками. У торнеце высокое плоское тело, и вырастают они до 5,5 сантиметров. Продолжительность жизни при хороших условиях содержания около 3-5 лет. Они неприхотливы в кормлении и могут есть все виды живых, замороженных и искусственных кормов. Основой питания могут стать хлопья, а дополнительно можно подкармливать любыми живыми и замороженными кормами. Так как торнеце очень активная рыбка, то их лучше содержать в просторных аквариумах от 60 литров. Также предпочитают, чтобы на поверхности воды были плавающие растения, а свет был неярким. Еще надо учесть, что эти рыбки хорошо прыгают и могут вне аквариума погибнуть, поэтому покровное стекло будет не лишним. Хорошо торнеце смотрится в аквариуме с природным биотопом, песчаное дно, обилие корях и опавшие листья на дне. Уход за аквариумом стандартный, как и для всех рыбок, еженедельные подмены воды и хорошая фильтрация. Параметры воды особого значения не имеют, так как они хорошо адаптируются, а температура воды должна быть от 22 до 30 градусов. Хорошими соседями торнеце будут данио, кардиналы, неоны и другие некрупные и активные рыбки. Отличить самца от самки можно по плавникам. У самцов спинной плавник более длинный и заостренный, а самки более полный, и у них юбка анального плавника заметно шире. Размножается торнеце в возрасте от 8 месяцев. Для разведения используют аквариум от 20 литров, на дно которого кладут строительную или сепараторную сетку. Можно также дно застелить растениями для того, чтобы производители после икрометания не поели икру. После нереста производители лучше удалить из аквариума. Температура в аквариуме должна быть 26-28 градусов. Через сутки появятся личинки, которые будут висеть на стенках, а через 3-4 дня мальки начнут плавать. Тогда их надо начать кормить инфузорией, а потом и артемией. Если у вас еще не было такой рыбки, а после просмотра видео появилось желание ее завести, то можете дополнить свой аквариум торнеце, так как она не требовательна в содержании. А если понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте его, а если не знаете, что написать, то ставьте плюсик. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.